10 способов повысить продуктивность вашей тренировки. Определите время, за которое работа должна быть выполнена, и стремитесь в него уложиться. Берите такой вес, который позволит вам выполнять комплекс упражнений за отведенный промежуток времени. Уменьшите отдыхи в разумных пределах, естественно. Пересмотрите вашу программу. Возможно, в ней неправильно подобраны упражнения и последовательность, в которой они выполняются. Приходите на тренировку с четким планом. Нужно знать, что, как и когда делать. Хорошо высыпайтесь. Для каждого человека норма времени для сна сугубо индивидуальна. Моя, например, составляет от 7 до 8 часов. Правильно питайтесь. Корректируйте питание в зависимости от установленной цели. Берегите нервы. Позитивные эмоции только благоприятно скажутся на упражнении. Регулярно посещайте зал. Если почувствовали себя плохо, лучше пропустите один день. И мир от этого не рухнет, а ваш организм будет благодарен. Каждый из этих методов хорошо работает и по отдельности. Однако, если получится совместить это все вместе, сможете в 2 или даже 3 раза повысить продуктивность своей тренировки. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч! Give me that.